Беларуси появится совет по антимонопольному регулированию. Его эксперты займутся вопросами добросовестной конкуренции на рынке. Эти полномочия переданы обновленному Минторгу, который уже называется Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Под особый контроль возьмут государственные закупки. Сейчас они составляют 11% ВВП. Это большой объем государственных денег, которые идут на закупку товаров, работ и услуг. Мониторингу также подвергнутся ценники в магазинах и политика самих производителей. 60-я сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии открывается сегодня в Вене. В этом году научный форум будет посвящен использованию ядерных технологий для достижения целей устойчивого развития. В Венском международном центре также откроют свои экспозиции около 20 стран. На белорусском стенде представлена информация о ходе реализации проекта по сооружению первой в стране атомной электростанции, актуальном состоянии дел на площадке строительства, работе информационных центров по атомной энергии в Минске и Островце. Экстремальные акробаты, воздушные гимнасты, эквилибристы и иллюзионисты. Белорусский государственный цирк открыл сезон новой программы «Триумфаторы арены». Она богата на разные цирковые жанры и экстремальные номера. Впервые выступят 6 белых тигров и африканский носорог. В цирковом шоу много приглашенных звезд. Артисты, которые выйдут на сцену, многократные призеры международных фестивалей в России, Голландии, Италии и Китае.